Всем привет, с вами Прием. Сегодня 7 августа, среда, пришло время испытать удачу, вскрывая недельные снучки. Но также еще куплю азеритку Навара. В ТОКД не особо повезло, самое главное, чтобы это были не перчатки. Понял. Ну а в ТОКД я просто-напросто буду идти от обратного. Я хочу на воина перчатки. Ну-ка давай, игра, удиви меня. Как она работает? Я вообще не понимаю, что происходит? Это нормально? Нет, это не нормально. Окей, ладно, самое главное спокойствие. Зачем эти пиксели? Зачем этот шмот вообще нужен? Делов-то. Так, азериточка, да. Азериточка, азериточка. Что я хочу себе купить? Я хочу себе купить, скорее всего... Скорее всего, нагрудник. Да. Поехали. Чекаем, что у нас тут. Оглушительный раскат. Скорее всего, придется убрать его с плечей тогда. А что тогда взять? Песчаный вихрь. Короче, не особо так радует меня эта азериточка, конечно. Тут оплот мощи 100%. Вытягивание крови или карапасы. Я подумаю об этом. Окей. Очень хорошее вскрытие сундука на войне. Очень хорошие азеритки падают. В принципе-то вообще неплохо. Можно, мне кажется, радоваться такому луту. Что самое интересное, эти перчатки упали 450-е с избеганием. Вау! Я как бы должен радоваться? Ну, я так не думаю. На ДК тринкет с избеганием и с сокетом. Неплохо. То есть, второе КД подряд я на ДК вытаскиваю тринкеты. Первым был глаз, вторым является блок мясника. Смысл с этого тринкета... минимален. Ну, пыли тут не хватает на азеритку. Окей, идем дальше, дальше монах. Ну, на монаха, наверное, пушка какая-то упадет, 100%, но это же твинк. Колечко. Колечко полезное, надо будет в сумках разобраться, потому что тут одно колечко, второе колечко, третье колечко. Подумать, какие полезнее, и те, собственно, оставить. Так, что сегодня у нас? Среда, недельное событие таймволки катаклизма. Ну, можно будет и сбегать по ним ради баджей, почему бы и нет. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, не забывайте про ссылочки в описании. Там еще розыгрыш активный до сих пор. Удачного вам лута!